Сейчас пойду в бассейн и поплаваю. Папа, хватит сидеть, пойдем со мной в бассейн. Бассейн? Маминка, ты видела погоду? Там вообще-то холодно. Ну вот, я же тебе говорил. Видишь, даже в бассейне никого нет. Папа, пошли скорее домой. Вау, такого слайма у меня еще не было. 3 цвета в одной банке. Камильчик, ты где? Камильчик? Странно, куда он подевался? Классная машинка попалась. Не понял. Эта машинка что, из-под кровати выехала? Камиль, ты чего здесь делаешь под кроватью? Привет, пап. А я тут в прятки играю. В прятки? Ну с кем? Сам с собой, потому что на улице плохая погода, мне скучно. Скучно, говоришь? Слушай, а что, если мы все вместе сыграем в крутую игру? Я уверен, она тебе понравится. Погнали! Вау, папа, какая у тебя классная игра! Аминка, это не просто игрушка. Сейчас мы по очереди будем пытаться достать яички. А в яичках сюрприз! Вау, обожаю сюрпризы! Папа, а зачем тогда вот эти капсулы? А в этих капсулах тоже спрятана игрушка в слайме. Но получит ее тот, кто вытянет яичко. Я буду первая! На старт! Внимание, Макс! Давай, погнали! Так, Аминочка, давай. Ты уже выбрала, какое яичко будешь доставать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Давай, сейчас скоро, когда мелодия закончится, все. У тебя время истечет. Доставай. Все, открывай лапы. Быстрее музыку. Быстрее. Ты что, хочешь сразу 2 яйца достать? Нет. Кажется, они не проиграют. Я тебе предлагаю подвигать немного. Лапу немножко в разные стороны подвигать. Вот, доставай ее. Лапу поднимай наверх. Вот, все, ты захватила. Хватай яйцо. Давай, ниже опусти. Ниже, давай. Хватай яйцо, поднимай наверх. Все! Не успела. Жаль, а я так хотела сюрприз. Ладно, ничего, в следующий раз получится. Ну что, Камильчик, теперь твоя очередь. Ай. На старт, внимание, марш, погнали. Желтое. Желтое? Да. Думаешь, получится? Да, получится. Время истекает, аккуратненько. О, почти захватил. Ух ты! Давай! Только не урони его, не урони. Давай. Так, и... Сейчас отпускай. Сейчас я еще на всякий случай сюда. Так, все, давай, раз, два. Молодец! Ура! Моё желтенькое яичко. Посмотрим, что там внутри. Что это? Вау, клюшка! Клюшка на хрюшке, тапок-хрюшка. Ага. Вот носик, а вот ее малыш. Но это еще не все. Сейчас Камильчик будет выбирать капсулу со слаймом. Возможно, ему попадется какая-нибудь игрушка. Давай, Камиль, выбирай капсулу. Я выберу капсулу вот эту вот.
Ты думаешь, там что-то есть внутри? Да. Оторви. О, слайм. Давай, выдавливай. О! Выдавливай! Опа! Кто попался? Я там что-то есть, там что-то есть. Опа, опа, опа. Вау! Это хрюшка тоже, смотри, с фотоаппаратом. Ну что, наконец-то до меня дошла очередь. Сейчас я попытаюсь достать какое-нибудь яичко. На старт, внимание, марш! Так, поехали, поехали. Погнали. Я даже не знаю, какое яйцо мне выцепить давай, оттуда. Давай, давай вот это. Давайте, которое посередине попробуем. Ну, давай, давай. Или то, которое с краю. О, оп, оп. Ну-ка. Вот тяжеленькая там. Тяжеленькая, игрушечка тяжеленькая. И... Так, теперь самое главное, чтобы оно не шляпнулось. Так, 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 так. Давай! Ножи, 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 ножи. Ой, как раз время истекает. Yes! Давай, папа, открывай, что там внутри. Открываю, открываю. Давайте посмотрим. Вау, что это такое? Одноухий слон? Да. Круто. Так, ну что, теперь я выбираю капсулу. Давай. Давайте вот это. О, здесь термоядерный. Ого! Интересно, а там есть игрушка? Ква-ква-ква-ква. Мне попался просто. Просто слизь попалась и все. Без игрушки. Ой! Ничего себе! Ой, папа, я подумал, что это реально! Ничего себе, я чихнул! Надеюсь, на этот раз я выловлю яичко. На старт, внимание, марш! Погнали, давай, Амина! Я возьму, наверное, вот это. Какой, вот это будешь брать? Да, вот это. Открывай лапки, открывай. Вот, хватай, хватай. Давай, 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 каминчик тебе помогает. Давай, открывай. А, давай. Хватай быстрее, музыка, музыка. Все, лови, лови, лови. Аминка, аккуратно. Только не урони, только не урони. Тащи, тащи сюда. Аккуратно. Давай, 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 давай. Музыка заканчивается, ты быстрее. Давай. Держи, Аминка. Вау. Котик. Такой пухляш, смотрите, такой пухляш, по-моему, самая большая игрушка сейчас попалась. Ну что, Аминка, теперь выбирай капсулу, возможно, тебе попадется игрушка. Это давай, розовую, вот это... давай посмотрим. Вау! О, кто попался? Кто это, кто это, кто это? Вау, кто это, кто это? Кролик. Кролик? А кролик? А что у него в руках? Ну что, теперь моя очередь. Давай. Погнали. Давай. Еще, 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 хватай. Да? О, Камиль, ты уже почти профессионал. Ага. Ага, что-то оно не хочет у тебя. Крутится почему-то. Тяжелая, наверное, игрушка большая. Да, значит, попробуй желтенькая. Ну, давай попробуй желтенькая. Так, опущу. И открывай лапку. Есть. Контакт, есть контакт. Давай, 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 есть контакт. Все, тащи быстрее, Камиль. Да что ж такое-то, а? Ну! Ну что, раз Каминчик не смог достать желтое яичко, попробую сделать это я. Смотрим, а вдруг получится. Так, теперь захватываем его. И тяжело, конечно, почему-то оно стоит. Оно не лежит в яйцо. О, о, есть. Давай, давай, давай. Давай. Нет, не получается. Ай, музыка, музыка, музыка. Музыка такая классная, но быстрая. Итак, ладно. О, да вообще ни одно яйцо не берется. Почему? Есть. Желтое. Схватил! Так, 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 самое главное успеть! Самое главное успеть! Есть! Так, раз, два, три. Что? Они какие-то выпучие. А это кто? Кто это? Редкий! Редкий. Редкий, но меткий. Возьму вот эту. Так, давайте посмотрим, что попадется. Так, давай, давай, давай. Так, ну что это? Это тоже, это хрюшка. Хрюшка на пианино, смотри. На пианино. Папа, давай откроем все капсулы и посмотрим, что там внутри. Погнали! Вау, у меня прям взорвалась она. Вау, а у меня есть кое-что. Надеюсь, тут повторов не будет. Да. Так, следующий. Следующий взрывается. Вау! Как ты так взрываешь? А просто надавливаешь, что он взрывается. Вот, папа, тут еще у тебя петушок какой-то попался. Да нет. Я так. Следующая. Вау! Очень сильно взрывается. Опа, что-то еще попалось у меня, смотрите. О, у меня смотрите, первая... розовая слизь, ребята, еще розовой слизи не было. Первая слизь попалась, розовая.
опять зарубка. У тебя розовая тоже, да? Да. Оп, еще одна розовая. У меня липкие руки. О, пустота, у меня только слизь попалась. Да, мне тоже игра попалась. Игрушки нет, вот все игрушки, которые попали. Ого, смотрите, как я чихнул. Смотрите, что получилось. Вау. Подай-ка. Вот реально все слизи. Как мыльные. Друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А также не забудьте подписаться на наш лайк, ТикТок и Инстаграм. А если ты не видел еще наш новый клип, то обязательно посмотри. Мы взорвем Инстаграм. И всем пока!